Сегодня хочу поделиться с вами отличным рецептом белково-отрубного хлеба для диеты Пьера Дюкана. Такой хлеб подходит для этапа атака. Также его можно употреблять в белковый четверг. Попробуйте. Если вы придерживаетесь диеты Пьера Дюкана, то от обычного магазинного хлеба вам придется отказаться. На смену ему предлагаю приготовить вкусный и полезный, а главное, не вредящий фигуре хлеб из отрубей. Указанное количество ингредиентов рассчитано на 2 порции. Вы можете съесть его за 2 раза или разделить на 2 человек. Из такого хлеба можно делать прекрасные бутерброды, используя ветчину из мяса с низким содержанием жира. Итак, рецепт, как приготовить хлеб по Дюкану, является базовым и обязательно понадобится вам, если вы решите использовать диету Дюкана для нормализации веса. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Творог перетрите с яйцами и разрыхлителем до более-менее однородной массы. Всыпьте сначала пшеничные отруби, размешайте до однородного состояния, а затем по мере необходимости добавляйте овсяные отруби, уйдет от 2 до 4 столовые ложек, в зависимости от консистенции творога и размера яиц. Хорошенько все перемешайте, сформируйте продолговатый хлебец. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Выложите хлебец на противень, застеленный пергаментом, сверху присыпьте кунжутными семечками, запекайте в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Хлеб по Дюкану готов. Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Овсяные отруби, 3-4 столовые ложек. Пшеничные отруби, 2 столовые ложки. Яйца, 2 штуки. Творог обезжиренный, 125 грамм. Разрыхлитель для теста, 1 чайная ложка. Кунжут, 1 чайная ложка. Количество порций, 2. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, до новых встреч!